Пасха для детей – один из любимых праздников, ведь подготовка к нему всегда насыщена новыми впечатлениями. Ежегодно для воспитанников Центра «Радуга» педагоги подготавливают пасхальные встречи. Каждый год мы традиционно в нашем центре отмечаем поистине самый светлый, добрый праздник, праздник Светлой Пасхи. Но так случилось, что у наших воспитанников нет сегодня возможности провести этот праздник в кругу близких и родных. Поэтому мы большой семьей сегодня проводим уборку. Мы сегодня напекли волшебных куличей и кексов. Мы раскрасили пасхальные яйца. Такими мероприятиями мы пытаемся вложить в душу, в эти маленькие сердечки наших воспитанников, истинную веру в Бога и добро. Маленькие хозяюшки за кухонным столом самостоятельно готовят тесто для пасхальных кексов. Старшие только подсказывают. Мы будем очень рады, если у нас получится куличи. Куличи, наверное, куличи. Да? И что вы будете с ними делать, с такими воздушными вкусными куличами? Крашеные яйца – это неотъемлемый символ праздника и новой жизни. Здесь заиграла фантазия – украшение салфеток, красочных наклеек и рисунков акриловыми красками. Я крещенная, у меня есть крестик, и праздник Пасха для меня очень важный праздник. Сегодня я раскрашивала самое настоящее большое яйцо настоящими акриловыми красками. Педагоги «Радуги» уверены, простое, доступное и в то же время емкое изложение сути праздника запомнится каждому ребенку.